Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью населенного пункта Новобахмутовка и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь в этом районе уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея. Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайная сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата. В течение ночи оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.